Hello and welcome back to Russian with Nastya. Как дела? У меня замечательно. The main goal of learning a language is to be able to communicate with other people. And talking is the hardest part in learning a language. This is why today we are going to talk. I will ask you questions and you have to answer out loud. Don't be shy, don't be afraid to make mistakes, just talk. Try to answer, giving a lot of information. Just pause this video and take your time. Before we start, make sure you subscribe to my channel so you get notified every time I upload a new video. And let's start. Поехали! Как тебя зовут? Меня зовут Настя. Меня зовут Настя. Сколько тебе лет? Мне лет. Мне 29 лет. Где вы живете сейчас? For example, я живу в России, я живу в Испании, я живу в Турции, я живу в Италии, я живу в Германии. С кем вы живете? Я живу один. Or if you're a woman, я живу одна. Я живу со своей семьей. Я живу с мужем. Or я живу с женой. Or я живу с родителями. Как называется улица, где вы живете? Question for women. Вы замужем? Да, я замужем. Or нет, я не замужем. And question for men. Вы женаты? Да, я женат. Or нет, я не женат. У вас есть дети? Да, у меня есть дети. Or нет, у меня нет детей. Где вы учитесь? Or где вы учились? Кто вы по профессии? Я учитель. Где вы работаете? Вам нравится ваша работа? Да, мне нравится моя работа. Or нет. Мне не нравится моя работа. У вас много друзей? Да, у меня много друзей.
Вы любите читать книги? Да, я люблю читать книги. Or нет, я не люблю читать книги. Что вы любите делать в свободное время? Я люблю слушать музыку, танцевать, петь, читать книги. Когда вы начали изучать русский язык? Английский. Я начала изучать английский язык 9 лет назад. Вам нравится изучать русский язык? Вы были в Москве? У вас есть любимые места в Москве? Сколько раз вы были в России? Вы любите ходить в кино? Да, я очень люблю ходить в кино. Какие фильмы вам нравятся? Мне нравятся романтические комедии. Вы любите спорт? Да, я люблю ходить в спортзал. Как часто вы занимаетесь спортом? Я занимаюсь спортом 2 раза в неделю. Вы играете в теннис? Да, я играю в теннис. Вы любите балет? Нет, я не люблю балет. Вы любите ходить в музеи? Нет, я редко хожу в музеи. Какое ваше любимое блюдо? Я люблю солянку. Вы оптимистичный человек? Да, я оптимистка. Вы спокойный человек? Да, я спокойная, но иногда могу быть импульсивной. Вы скромный человек? Да, я скромная. Какой вы человек? Я оптимистичная, веселая, добрая, коммуникабельная. Вы много отдыхаете или мало? Я мало отдыхаю. Кем
вы хотели стать в детстве? Я хотела стать моделью. That's all for today. I hope this video was helpful. Feel free to write all your answers in comments below. Connect with me on all my social medias. I've got Facebook, Instagram and Twitter. Спасибо за внимание. До свидания.